И в завершение выпуска наша постоянная рубрика «Свободный микрофон». В этот раз наши корреспонденты узнавали у либерчан, как они справляются с депрессией, вызванной нехваткой солнечного света и весенним авитаминозом. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Вот даже в апреле и то холодно. А между тем людям не хватает солнечного света и витамина D. Начинается сезонная депрессия. Давайте узнаем у люберчан, как они с ней справляются и где ищут хорошее настроение. Я занимаюсь любимым делом, у меня настроение под это поднимается. Музыка, чтение книг, просмотр сериала в конце концов. Все помогает по чуть-чуть. Хожу на танцы, отвлекаю себя как-то. Ну, повеселее становится, что ли, несмотря на плохую погоду. Знаете, я многодетная мама, поэтому мне всегда весело. Мне нету просто времени на депрессию, мне приходится возить в кружки, в школы многочисленные. Вот, поэтому некогда скучать. Так как я была на диете, мне шоколад нельзя было. Ну, в основном, конечно, ну, сладким. Кушаю шоколад, всякие разные пироженки. Я не знаю, что сказать. Я бы мог пошутить там что-нибудь. Но вы потом это покажете по новостям. Не знаю, мне некогда. У меня никакой депрессии нет. Я занята, работаю. И не знаю, что вам, какие советы дать. Можно посидеть дома в соцсетях, пообщаться с кем-нибудь, чтобы провести просто как-то время. Еще заниматься спортом. Спорт очень хорошо помогает от депрессии. Можно депрессняк вместе отмечать. Как мы сейчас? Да. Надеяться, что будет солнышко, витамин D. И думать только о хорошем, что нас ждет море, отдых. Особенно молодежи. Итак, наш опрос показал, что хорошее настроение прячется в простых вещах. В близких людях, в любимом деле, в планах на будущее, которое уж рано или поздно будет теплым и солнечным. И там уж абсолютно точно не будет места депрессии. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.